сорт розовоплодных томатов называется Зоржа. Это сорт польской селекции. Раннеспелый томат. Высота куста достигает до 70 сантиметров. Обилие плодов на кусту. Очень урожайный сорт. Масса плодов в среднем. Вот этот плод 420 грамм. Разрежем, посмотрим внутри. Вот такой мясистый, сочный сок капает, многокамерный сорт, сахаристая мякоть сладкого вкуса. Этот томат салатного назначения, можно выращивать как в открытом грунте, так он подходит для выращивания и в теплицах.